As Russian and American negotiators meet in Geneva to discuss lowering tensions in Ukraine, residents near the rebel-held city of Khorlivka in eastern Ukraine continue to struggle to maintain a normal life. Most people left their homes after the war between Ukraine government troops and Russia-backed separatists began in 2014, but those who stayed have to deal with regular shelling. Здесь нет магазина, здесь тяжело с продуктами питания. Самое главное, старикам очень тяжело добираться банально за хлебом. Да? То есть основная проблема то, что у людей здесь нет хлеба. Если какие-то продукты сюда не могут там за счет родственников там приобретать, куда-то доехать, но хлеб, самое основное, хлеба здесь нет. И основное, что мы сюда привозим, это хлеб и лекарства. Здесь нет аптеки, она здесь достаточно далеко. Все написала, все расписала. Конечно, страшно и нам, и нашему хозяйству, и накормить, и все. Это все бывают обстрелы, бегишь под ними. Ну, а выживать как-то надо, потому что и у детей работы практически нету, и внуки есть, и все. Поэтому кто тут остался, старается огородик держать, хозяйство, чтобы помогать детям, потому что очень тяжело. The conflict in eastern Ukraine has killed more than 14,000 people since 2014 when Russia annexed the Crimean Peninsula. The Geneva talks are part of a flurry of diplomatic activity in Europe this week aimed at diffusing tension over Russia's military buildup on the Ukrainian border. Moscow has amassed over 100,000 troops in the area.